Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Darkness, вторую часть. В предыдущей части, во время похорон тетушки Сары, появился этот Брэк, прислужник братства, и начал творить непотребство. Так, а ты кто такой, мать твою за ногу? Ну, не такой ты страшный. Раз тебя можно убить, уже все хорошо, значит. Хватай, хватай, хватай. Фарш. Так, чтобы взять вторую ругу у МП. Возьмем вторую ругу, нет? Давай. У МП в обоих ругах. Замечательно. Лучше, конечно, взять в одно, потому что так патроны будут более экономно тратить. Да мать твою, сколько в тебя стрелять можно. Иди пока разбирайся там. Хорошо. Так, так. Ты. 16. Это хорошо. Чё, решил потягаться со мной, что ли? Ну давай. Давай, заколебали уже. Стрельба по-македонски. Так, патронов нет. Патронов мало. Блин, да опять с фонариком, что ли, парняга. Это плохо. Давайте-ка мы... возьмем патрончиков. Возьмем пистолетчиков. Да ты запарил уже, я. Да стой, бляха-муха. Что-то пистолеты в этой игре вообще не тащат. То есть видели, да, сколько я пуль в него пустил? Твою мать, как ты меня уже заманал. Ладно, сдох, слава богу, болезнь. Да нет, я хотел его взять. Я хотел. Что ж ты, блин, не то делаешь? Вообще есть ощущение, что вот в этом месте сейчас и вылезет этот брек. Один отъехал. Сейчас надо он того слепящего убить. С такого расстояния, с дробовика, я так понимаю, это будет не очень удобно. Тихо. Блин, да я ничего не вижу.
По-моему, самые плохие игры, это которые постоянно чувство дискомфорта вызывают. Вот на этом уровне в эту игру мне просто неприятно играть. То есть вот эти неинтересные враги, при том, что стрелять в целом очень интересно. Но вот эти вот неинтересные враги просто убивают весь стимул, как бы, играть дальше. Так. Винтовочка с коллиматором. Это, по-моему, будет неплохо. Да, блин, от нее вообще можно увернуться, нет? Похоже, нет. Давайте куда-нибудь спрячемся. А то мне сейчас точно все, что можно, кончится. А может, я смогу эту штуку, которая у меня швыряет, схватить? Судя по всему, нет. Сейчас он у меня, судя по всему... А, нет, могу, смотри. Так, ну надо, короче, в него еще успевать попадать. Давай, швыряй. Да, бляха. Какой же ты раздражающий, мать твою, за ногу, а? Так, я начинаю за полчаса практически, так что давайте-ка я вырежу это нахрен. Лучше я один помучусь без вас, а вы уже с этого момента, как я там начал с ним драться, продолжите. Так, продолжаем. А, бляха, тут еще есть такая. Ну ладно. Че ж поделаешь, раз они лезут. Сейчас мы с ними решим вопрос. А потом уже это полезет, уродец. Опять нас, я будем надеяться, что не убьет. Лови. Аре пистолетом стрелять. Блин. Так, главное не спешить. Да твою мать, её хрен схватишь еще. Нормально. Так, а на него это хорошо, похоже, подействовало, да? Ладно, так. Все, погнали. Пока что мне вот эта штурмовая винтовка больше всего понравилась. Она, по крайней мере, с двух трех выстрелов убивает врагов. Если они, конечно, не мега бронированы какие-нибудь опять. Что, на мой взгляд, лишено смысла всякого. Зато прекратился дождик. Что само по себе хорошо. Так, что у нас здесь? Скоро у нас будет вот это. Ну чё, очередная скучная перестрелка? А перестрелки здесь все очень скучные. Так, ещё. С патронами голяк. Это все печально, учитывая, что у меня нет патронов. Получи, брателла. А, то есть босс бэтл. Up,
Так, ну, куда ты делся опять? Блин, я уж надеялся, что мне дадут с тобой разобраться по-человечески. Так, оружие отдал обратно. Скоты, а? Смотри, вернулся. Ну ладно, хоть так. Я надеюсь, тут у нас с тобой все и закончится. Хрен схватишь так просто. Так, мне надо отдышаться. Меня сейчас убьют просто. Ни за что, ни про что. Че, все, отбегался, скотина. Ну ладно, не так уж сложно было. You're just a vessel for the darkness, Estacado. You're a flesh-covered suitcase, a temporary... Молодец. Finish. Go ahead. Kill me. You know you want to. This is my reward. I welcome this suffering in the name of the Brotherhood. Where's your boss hiding? What makes you think he's hiding, huh? Hiding from weakness like you? Молодца, наконец-то. He's at Hellgate. You remember Hellgate, don't you, Jackie? So many fond memories there, huh? Come pay us a visit. We're waiting for you. Hellgate, huh? Thanks for the help, asshole. Хорошо. Ох, жесть. Ох, жесть. Офигеть. Да, Джеки тоже, конечно, тот еще отморозок. First time you kill a man, you come to a crossroads. You learn something about yourself. You don't learn what you're capable of, or how bad a person you are, or any of that bullshit. You learn you can sleep at night after, or you learn you can't. You're either haunted, or you're not. I was 16 years old the first time I killed a man. And I slept like a baby every night since. Совесть, то есть человека не мучает. Everything okay, boss? Как тебе сказать? Окей. Так, ладно. Давайте осматриваться. Что да где да что. Похоже, без изменений. Что творится, Твини? Oh, I had it with these guys, Jackie. We gotta put an end to this. That's the plan, Vin. Let me know what you need me to do. Sit tight. I'm gonna check in with Johnny. Anything you say, boss. And when you're ready to put these fucks down, you say the word. Так, ну все, похоже, сейчас будет у нас финальная разборка, я так понимаю. Вообще, игра короткая, мне сказали. Эй, Джеки. Мясник. Разобрались с мусором. О, где-то еще осталось чуть-чуть. Okay. Шеф. Че у нас, Джонни? Jackie, I heard what happened. Jesus Christ. I think I'm losing my fucking mind. I keep seeing that loony bin. And it's getting worse. I mean, it's like I'm losing time or something. Jackie, listen to me.
This is what the darkness does. It confuses you. So I'm thinking maybe it would be a nice time to go visit Hawaii or Fiji. Someplace nice, warm, and way the fuck away from these guys. No. They're holed up at the old boardwalk in Astoria. A place called Hellgate Field. Me and Jenny used to go there when we were kids. That's where I'm headed. Jackie, you gotta think carefully. Hmm? This could be a trick. The whole thing, it smells like a trap. That's because it is a trap, dummy, but I don't have a choice. I can't let it keep hurting Jenny. Don't let them take the darkness, Jackie. You do that. We are all fucked. What about the siphon? You can't let the darkness have it. You do that. We are all, once again, fucked. Not even the Angelus could stop the darkness then. Great. So I'm fucked either way. Listen, Johnny. Thanks for everything. Anytime, Jackie. Just, you know, never, ever, ever again. Okay? Ладно, ладно, ты успокойся. Hey, if you так. Die, can I have all your books? What? Is it too soon? Oh, yeah. Что мы тут насобирали-то? Вся кошняга лежит совершенно в местах, не свойственных для таких вещей. Ну да ладно. Так, у меня ни на что не хватит, по-моему, сейчас. То есть на то, что я хочу. Нет? Ждем дальше. Так, что вы скажете? This is a bad deal, Jackie. A very bad deal. I've been talking to Denny. Maybe we should lay low for a while. Let things settle down. That's smart thinking. And all of you should do that. But I'm ending this. Tonight. What the hell's that supposed to mean? It means I'm going by the old boardwalk up in Astoria. I have something there I need. What's this all about, boss? Just say the word. Me and the boys are ready to bust some fucking balls. These pricks got the nerve to come in here? No, Vinny. I put you guys at risk because of my thing. I'm not doing that again. I gotta do this on my own, all right? Jackie, come on. I can't... That's an order. Hear me? You got some balls, kid. Fellas, if I don't come back... None of that, Jackie. I'll see you when you get back. Got it? Понятно, так. Hey there, handsome. I didn't mean it's just, you know, you got nice hair. Жопалис. Так, Фрэнки, есть что сказать? Hey. Oh, remember that story I was telling you? Right. Okay. So I'm on the bathroom floor with Black Number 8, and we're beating the shit out of each other, right? After about 2 minutes of this, Eddie finally comes in. And I'm thinking, thank God, because this big motherfucker's gonna kill me. So what does Eddie do? He steps right over me. He figures like the girl's getting cold or something, I don't know. He fucking picks up where I left off. Long story short, I finally knee the guy in the balls till he passes out. I get him out of there. By that time, Eddie's done doing his business. And he comes out of the stall and he says, thanks, pal, I owe you one. I would have kicked his ass right there, but I had to hand it to him. Because that Eddie, he always did have his priorities straight. God bless. May he rest in peace, that lovable poor bastard. Отморозки. Так, ну что? Может, нам мясник что скажет? Adios, boss man. Yo, Jack. It's time to end this, Jackie. Так и да, я с тобой согласен. Ну что, в принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию. В следующую пойдем разбираться со всем. Я думаю, там еще серии две, наверное, осталось, может, даже одна. Но как бы там ни было, все это мы узнаем в следующих сериях. Пока что интересно, неплохо так. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.